Гейс, с вами Шимики, и сегодня мы поиграем в очередную игру Трэшачок какой-то, да? Трэшком. Так, игра называется Хлеб. Боже. Йоу-йоу! Такой, знаете, йоу-йоу-йоу! Рука извне. Так. А, я понял, управления здесь, походу, нету. Собачка. Ага. Клик, чтобы интерактировать. Типа взаимодействовать. На собаку прыгаю, такой звук. А, это вообще такой звук. Yes, go. Family. Семья. Так, тосты. А, no toast. Нету хлеба. Go store. Сходи в магазин, мама. Okay. Так, я вышел на улицу. Ладненько. Давайте я что-то, знаете, так мои мысли решили, ну нафиг. А то, что здесь все нарисовано. Это квест, где нам нужно сходить в магазин. За хлебушком? Да, магазин у нас один. Здесь не заблудишься по прямой дороге такой. О, этот приятель, походу, тоже бежит за хлебом. Его послали, хуй знает откуда. Подождите. Окей. Я показал, что что висит. Привет, это девочка-пицца. Юбка в виде пиццы. Или это девочка-демон. Чё у неё с волосами? А что здесь у нас есть? Это бандит? Это бандит, ребят! Он с пистолетом! А оказывается, у нас здесь опасная улица. О! Ты мой друг? Друг... с чем-то на голове. Так, ладно, что еще здесь у нас есть? А могу я сюда зайти? О. Она хочет обняться. Давай. Ты там, типа, гопника, типа... Чё? Блять. Типа, проблемы? Гони хлеб! У тебя есть хлеб? У меня нету хлеба. Гони хлеб! Да нет у меня хлеба, вот хлеб в магазине, там продается. Не, игра прикольно сделана на самом деле. Машина. Да, я хер покатаюсь, а ну-ка. Не могу пройти. Веселые горы. Ну что, зайдем в магазинчик. Story Bird. Полетели. Бургерс. Знаете, такой. Как я заебался. Как все идет долго. Он такой, че? Блин, он вообще как-то на позитиве. Да, нахуй сюда. Я встал. Ты сюда, нахуй. Окей. Я встал. Так, ладно, что здесь у нас еще есть? Это... дыньки, наверное. О, нихера там. О, мой дружбан, здорово. Что здесь? А, какие-то хлопья Arlo the Rabbit. Или это игра? А, это игра от Josh Mantons. Да, это разработчик, если что. Scully Spoon. Все еще ложки. Делюкс. Морожка, шапки, походу, уточки. Еще морожка. А, чайники, рубики-крубики. Это, как я понял, от разрабов, да, значок разрабов. Я, наверное, разраб сам себя попытался сделать.
Бенз. Бобы? Бенз. Походу, да. А, мониторы, кролики, домики, карандаши, карандаши, маски Соника, еще очередные шапки. Не знаю, что это. Шапки Марио. Это что, суп из... успеть за 60 секунд? Типа, дорогая, тут, короче, суп. Блять, ну ладно, не хочу. А здесь, типа, знаете, один из рабочих решил передохнуть. Ну, блядь, обычный супермаркет, почему бы нет? Арло. Хот-доги. Life Secrets. Жизненные секреты. Знаете, такой вор, такой идешь, никого нет, такой бум-бум-бум, такой спрятался. Нет, ладно. Не, прикольно, мне нравится. Бля, даже у меня слеза пошла, ебать. Ладно. А здесь у нас то же самое, да? Хлеб, книга секретов. Подождите, мне нужен хлеб. Где мой хлеб? Нихера, чекуля. Goose Fans Stadions. Studios. О, приятель, ты во что-то играешь? А, он не хочет мне показывать, во что он играет. Arlo the Rabbit. Так, хлеб. Хлеб закончился. I guess to store in the your... Так, out bread. Так, я хочу... Гос, что такое гос? Я что-то стор, пошел в магазин за хлебом. I had a Roman... I had... Моя голова рамер что-то в... Смерть, check life, the last of the bread. Говорят, что-то последний умер за хлеб. I my way, I get to survive off. Типа, я не хочу, чтобы потом не вернуться. Чего? Окей, сейчас сделаем поиначе, подождите. Так, короче. Я думаю, магазин из хлеба. Я слышал слух, что в глубинах чернила, вот это походу чернила, лежит последняя буханка хлеба. Я на пути, чтобы получить ее так... Вернуть. Я чтобы получить его и вернуться, и так вернуться. Это у нас, ребята, так сказать, специальный переводчик. Поэтому полетели. Чернила. А, мне ж нужно... Ни хрена себе! За хлебушком сходил. Welcome to check. Добро пожаловать в чернилицу. Бесплатный хлеб. Не чернилица. Нихера там сатана в шапках. Это, знаете, я пошел за хлебом в ват. Скелет, короче, как серфер катается на призраке. Окей. Ребят, вы не против? Я возьму хлеб. О. Окей. Погнали. Давай, у нас есть хлеб. Здорово. У меня есть хлеб. Стоп. У тебя тоже есть хлеб? И ты не поделился? Подожди, а он тут сидел разве? Чё-то я его не помню. Чел, я последний хлеб забрал, может не бежать. Ладно, это наш дом. Да. А можно поиграть в приставку? Походу нет. Ладненько, пои... На, пошлите. Пуф, хлеб запускать. Так, мы ждем, походу, пока приготовятся тосты. Окей, хлеб, it's Joshua's game. Ребят, на самом деле, есть еще одна часть. Есть одна часть. Я нашел специальный сайт, где каждый, так сказать, новый пользователь... Ну, не новый пользователь, а человек, который пытается... реализовать себя в и
игроиндустрии может туда заливать игры, чтобы другие ими там играли, оценивали, там давали советы и все так, в таком духе. Что насчет игры? Давайте насчет игры. Рисовка мне понравилась, довольно юмористично, хотя чего смешного не происходит в плане, да? Но смешно именно окружающей средой. Также Good Friends to Us. Также я могу отметить маленький сюжет, то, что мы пошли за хлебом в ад. Да, плохо то, что игра довольно маленькая, очень маленькая. Ну, это игра, ребята, индюшатина, то неудивительно. Это у нас индюшатина и трешок. Пойдет, конечно, в раздел трешака. Почему бы нет? А, не думайте, что трешак это что херовая какая-то игра. Нет. Нет. Это игры не херовые. Это странные игры. Игры со своим другим вкусом, специфическим. Поэтому ладно, давайте, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем до следующих трешаков. Всем пока.